Дисклеймер. Привет, я третий, и все еще 6 часов, чуть не перепутал, до Нового года. Я подготовил еще одну новогоднюю игру, «Избушка». Кстати, я одну очень классную игру хотел снять, вообще жачно, но ее удалили со всего интернета, прикинь, из пиратских сайтов, из официальных магазинов. Нашел только один сайт, скачал, но она не работает, прикинь. Вообще очень обидно, поэтому давай вот это вот поиграем. «Избушка» называется, новогодний хоррор. Так, F, F, чтобы взаимодействовать. Ага, двигаться он нормально довольно-таки. Так, F надо нажимать, так. А, собственно, в чем цель игры? Какой, смотри, халтурная, конечно, но, в принципе, нормально, нормально. Так, что мне надо делать? Закрыто, я понял, закрыто. Я так понимаю, ключи надо. А, это радио включить и отключить? Да, давай включим. Все равно ж не слышно. Оп, чуть... Ключ был? Вообще незаметно. Че, все? Это был скример? Я надеюсь, оно не везде настолько халтурно сделана эта игра. Открыть шкафчик. А присесть-то тут нельзя. Зачем мне шкафчики открывать? Там ничего не видно. Давай. О, ключ! Я вижу. Давай, собрал. Открыть холодильник. Вот они, главное, открытие холодильников сделали из всех дверцей. Почти. А вот чтобы продумать хорошо... А, вон ключи собираются. Мне надо 4 ключа. Все, я понял. Так. Вот же 4 ключа. У меня осталось тут так мало дверей. Нет, я надеюсь, это не все. Это не может быть игра настолько коротенькой. Так, здесь что, закрыто? Здесь кровь кто-то разлил. Так, здесь душевая, здесь унитаз. Естественно, ключ один в унитазе. И открывается последняя дверь. Здесь что у нас? Ну, чувак, ты бы подождал, пока я к тебе повернулся бы. Вот зачем настолько халтурные игры делают? Что ты сделал? Типа собрал что-то? Так, вот здесь есть ключик? Нет, здесь нет ключика. Давай здесь смотрим, есть ключик? Нет, это типа снеговик-убийца какой-то, я так понимаю, да? Так, все что ли? Ничего больше нет? Так, ну допустим, хорошо, дальше что у нас? Угу. Я надеюсь, это ведь не все. Это не может быть, чтобы это все было. Вот, 4 ключа собрал. Фу. Теперь что-то начинается интересное. Открыть подарок. Тут у нас куриная ножка. Куриная ножка. Куриная ножка. Куриная ножка, давай посмотрим, что здесь. А здесь пусто. Слышишь? А кто мою куриную ножку собрал? Они одну куриную ножку мою сожрали. Забрать нож? Чё? Проиграл. You same so fate is red, the box event you. Я сука. Я закрыл игру случайно, прикинь. Охренеть просто, замечательно. Теперь мне надо заново запускать игру. Прикинь, эти гады, я случайно закрыл игру. Но в любом случае, я там проиграл, и ты помнишь, какие действия мы делали. Так, я проиграл, а почему? Мне говорят, подарочек, что-то там с подарочком связано. Я не успел прочитать, может, мне надо ходить, все подарочки открывать. Как он тут-то хреново ходит, слушай. Это прям такой кошмар. Так, радио пока отключим, давай. Ну, не напугал же, чувак. Ну, не напугал, тем более второй раз. Слушай, он столько раз меня пытался испугать, ни разу не напугал. Что ты ржешь? Пошел в жопу. Так, здесь ничего. Здесь... А, да-да-да, я помню. В эту дверь заходим. Где-то здесь ключ нет. А, в унитазе должен быть. Взяли. Так, здесь подошел. Тут тоже... Мне что-то с подарочком написали. Если я сейчас не разберу... Ага, здорово. Если я сейчас что-то сейчас упустил, мне надо будет перевести. Я все-таки тогда переведу с этим, с переводчиком. То, что что-то там слова какие-то необычные были. Что-то я там упустил с подарочком связанное. Так, заходим. Вот у меня один под... Дверь исчезла. Ну вот у меня один подарок. Может, не надо открывать наоборот подарочки? Так, здесь мясо, мясо, мясо. Здесь он разделывает людей, я так понимаю, да? Это что там? А вот там, видишь, что это? Ну, я не вижу, там что-то написано, можно взаимодействовать с чем-то. Сейчас я нажал ночь же, он полетит к тому чуваку снеговику, он меня убьет. Хорошо, тогда что он от меня хочет? Что за прикол тогда такой? Я не понял.
Что я сделал не так? Тут как бы и выбор есть, не особо-то есть. Правильно? Правильно. Тогда у меня почему-то в калькуляторе латинский сейчас включен. Так, вау, постигла та жуть, что и отдых. Коробка ждет. Вау. Game over. Пришли. Что ты мне переводишь вообще? Слышишь, тут... Никогда не любил эти дурацкие переводчики. Переводит хрень какую-то. Так, все, переводи мне нормально, слышишь? Вот поэтому нельзя камерой переводить. Надо сначала сфоткать, а вот потом включать перевод. Все, давай, достать изображение и переводи мне нормально, что тут. Может, из-за того, что там выбран латинский, а не английский, вот, перевести с английского. Пришли вы, страдали так же, как и отдых. Коробка ждет вас. Повторить и выйти. Что? И хорошо, еще раз, я лучше вручную введу, потому что, походу, оно что так, оно не хочет переводить. Сафрит. Так, Зе, потому что, может, прикинь, это просто на английском по-тупому написали, чтобы кто-то на русском сидел, такой, чего? Че он сказал, сидел, пытался перевести, а по итогу это просто проугарали, и все. Так, ввел первое предложение, потом точечка, и пишу второе предложение, второе тоже уже почти записал, все. Ю. И что это значит? Вас постигла та же участь, что и остальных. Коробка ждет тебя. Но это же гейм овер, это же проиграл. Какая коробка ждет меня? Подожди, я прям тупой, что ли? Не, ну я ж не настолько прям тупой. Ну реально. Ну не вряд ли же, да? Так, может мне нельзя просто в ту дверь заходить? Пошел в жопу, слышишь? Орет, пошел в задницу. Вас постигла та же участь. Может это... Ну это же вряд ли конец игры, правильно? Наш не может быть настолько говном. Так, где... А где здесь ключи? Я так и не находил. Свет включи. Так, собрал. Вот здесь, наверное, звук был. Это я ключ собрал. Ну я же вряд ли настолько тупой. Да, вон все ключи собраны. Может теперь надо идти в этот выход? Нет. И почему я такой высокий, шоп, косяк чуть ли не бьюсь головой? Что тут такого вообще можно сделать? Может это типа в натуре конец игры? Мне показывают, что вот здесь первый чувак, который играл, его убили. Второй чувак, третий чувак, четвертый чувак. Тут пятый, шестой, седьмой. И это типа коробка для меня. И поэтому в любом случае тут один исход, я умру. Так что ли? По такой логике эта игра. Ну это ж вообще говно. Я не помню, я ее за деньги брал или нет. Но если да, то я очень сожалею о потраченных средствах. Серьезно? Это настолько тупо? Тут другого варианта нет. Тут все, что можно, это делать, пару вещичек нажимать и все. Это говно вообще. Я посмотрю, сколько там по видео. Хотя по-любому там всего минут 5-10 собралось, поэтому я сниму еще какую-нибудь. Нет, надо по две рассчитывать, чтобы... Ну, сегодня вот такой вот галимая игра. Ну, вот настолько вот говно. Игр новогодних прям очень мало. Если ты знаешь хоть какие-нибудь, напиши в комментариях название новогодних игр. Потому что, ну, ты видишь, это вообще кошмар. Ну, куда это годится? На этом все. Подписывайтесь на канал и...